Всем привет! Сегодня я в руках беру последнюю коробку Fujifilm FP100C. Коробка просрочена, 2015 год, апрель, поэтому, к сожалению, результат не гарантирован. Использовать я ее буду с полароидным задником для технической камеры TUI. Так, значит, открываем коробочку. Так, вот так она выглядит. К сожалению, производство этой пленки остановлено. В общем, поэтому, может быть, моя есть самая последняя. Вот такой поворотный задник. Вот теперь мы ее тут вставляем. Вот так вот, все просто. Закрываем. Захлопываем. Вот теперь можно и попробовать. Это черное оттаскивается. Первоначальная защитная пленка. И у нас высвечивается первый кадр. Фотографируем ромашки. Камера уже настроена. Осталось только вставить пленку. Во избежание ошибки я еще раз проверю фокус. Ничего ли не сбилось? Отлично все. Отлично. Вот такой. Вот так выглядит наш будущий результат. Но то, что мы видим, это формат 4.5. А вот где треугольнички, это как раз формат полароид. Теперь самое главное замерить данные для съемки. Вот используем вот такой маленький аппарат. С этой чувствительностью у нас 100, он нам выдает 1/60 f/8. Но ветрено, поэтому я предпочитаю поднять скорость до 1/125. Получается f/5.6. Регулируем данные на объективе 1/125 f/5.6. И самое главное, закрываем диафрагму. Теперь, когда у нас все готово, мы открываем задник и спускаем затвор. Аккуратно нужно закрыть задник и вытащить. Аккуратно. Теперь дело проявки. Время проявки указано на коробке. Примерно 18 градусов. Так, 15 градусов 180 секунд. 20 градусов 120 секунд. Ну да, где-то 120 секунд. Теперь вот так вытаскиваем пленку саму. И все. Время проявки пошло. 120 секунд. Так, ну и смотрим результат. Это все делается просто. Отклеивается. Отлично вообще. Красота. Вот пленка просрочена, а результат отличный. Но самое интересное, это то, что мы получили готовый отпечаток и негатив, который я обязательно отсканирую. Спасибо вам за внимание. Хороших вам фотографических моментов. Вот так выглядит наш результат среди ромашек.